словно ангел рождественской сказки, озаряет нас всех с давних пор, от рязанских земель до Аляски, преподобного Германа взор, от рязанских земель до Аляски, преподобного Германа взор, он звездой путеводной сияет среди жизненных грозных морей, и того, кто с молитвой взывает, сберегает под сенью своей, и того, кто с молитвой взывает, сберегает под сенью своей. Древний Кадам с Аляской суровой, с ним священными стали для нас Валаам и Кадьяк и Еловый, нам сердца согревают сейчас. Валаам и Кадьяк и Еловый, нам сердца согревают сейчас. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новый день. Только что, дорогие друзья, вы могли слышать песню «Преподобный Герман» в исполнении Андрея Петровича Крючкова, поэта, прозаика, драматурга, собственно, композитора, который у нас сегодня в студии. Андрей Петрович, доброе утро. Доброе утро. Но сегодня в студии Андрей Петрович у нас еще и как сопредседатель Рязанского отделения Всемирного Русского Народного Собора, но, кстати говоря, и не только, потому что та организация «Небесный купол», с руководителем которой, да, с председателем Межрегионального союза патриотических объединений «Небесный купол» мы разговаривали в первой части нашей программы с отцом Михаилом Егоровым. Вот, собственно, Андрей Петрович и здесь является заместителем, да? Ну, можно так сказать. Вот, и не случайно такая связь у нас получается и с преподобным Германом Аляскинским, да, память которого в этом году широко отмечается у нас в регионе. И, собственно, вот много различных проводится мероприятий, событий, связанных с именем этого святого. Ну, собственно, вот мы с и песней такой начали наш эфир. Как вы вообще связаны с именем преподобного Германа? И с именем преподобного Германа я связан через Кадам. Впервые о преподобном Германе Аляскинском я услышал на Кадамской земле. И... Не там песня родилась? Нет, песня уже родилась позже. По мотивам, да? По мотивам моих поездок в город Кадам, по мотивам походов наших, скажем так, благодаря вот нашей работе исследовательской как-то, потому что преподобный Герман действительно нам сердца согревает сейчас, потому что я не чаял, что он так войдет в мое сердце, так будет вести меня по жизни, помогать, вдохновлять. И я не перестаю удивляться вот его чудесам. Потому что, когда я приезжал первый раз в Кадам и несколько лет назад, на холме стоял
прекрасный храм, но мерзость запустения, как говорится, такой сиротливый, хотя название храм Преображения Господня. И когда преподобный Герман начал возвращаться к нам на родину, если можно так сказать, когда мы к нему обратились, он сразу же взял нас в свое окормление, и даже округа пошла преображаться. Сейчас это вот такое благолепие над мокшей рекой, это радует сердце, и я не мог не написать песню, потому что Андрей душа пела. Андрей Петрович был бы не Андреем Петровичем, если бы не, да, и не осмыслил, и вдохновение это не излилось бы в песню. Конечно, посмотреть мы, к сожалению, в формате радио храм не сможем, но зато послушать песню, посвященную храму Преображения Господня, да, мы сейчас как раз. Ну, в интернете сможем. Можно уже будет посмотреть, что было и что стало. Да, а пока давайте послушаем. Храм Преображения Господня, самый древний в Каганской земле, снова возрождается сегодня за рекою Мокшей на холме. Вновь преображается округа, вновь сияют в небе купола, словно после долгого недуга, в нем душа с молитвой ожила. Здесь когда-то отроком его после каганских раздолий русскую Аляску осветил, и преобразилась там округа, в небе засияли купола, словно после долгого молитвой ожила. В Кадыме, на родине святого, храм Преображения стоит. Вновь несет евангельское слово веру православную хранит. Вновь преображается округа, вновь сияют в небе купола, словно после долгого недуга, в нем душа с молитвой ожила. Преображается округа, вновь сияют в небе купола, словно после долгого недуга, в нем душа с молитвой ожила. Вот так действительно преображается округа. Еще несколько лет назад мы даже и не знали о том, что преподобный Герман Аляскинский, известнейший святой просветитель народов Аляски, является уроженцем Рязанской земли.
Кадама, а вот теперь и знаем об этом, и видим, как на самом деле все изменяется, украшается. И в жизни нашего гостя, я напомню, у нас в студии как раз автор-исполнитель этой песни, Андрей Петрович Крючков, святой этот тоже сыграл большую роль, большое значение. И удалось, я так понимаю, побывать не только в Кадаме, но и во многих других местах, причем не просто, а вместе с представителями той самой организации, председатель которой был у нас в первом часе, гостем, да, Небесный Купол. Отец Михаил, я благодарен Господу, что Он свел меня с отцом Михаилом, и самые наши такие несбыточные мечты, казалось бы, когда при первой встрече мы обсуждали, а вот это, вот так бы хорошо, вот это бы, как нам видится, что это сегодня становится реальностью. То есть просите, и дано вам будет. Невозможное человеку, да? Невозможно человеку, возможно Господу. Потому что я долго думал, как я попаду в Дивеевский монастырь. Мне очень хотелось. Я много монастырей посетил. А в Дивеево никак, да? А в Дивеево как-то вот, ну, вроде и рядом, но никак. Преподобный Герман привел по своим стопам. У нас был зимний переход вот с межрегиональным. Да. Я тоже был его участником. Это незабываемый переход был от Кадама до Ермиша, где преподобный Назарий Валаамский. Это разве не чудо? Вот на таком маленьком географическом пространстве, скажем так, преподобный Герман Аляскинский, преподобный Назарий Валаамский, сюда праведный Федор Ушаков и уже, естественно, преподобный Серафим Саровский. Это все, что вот, ну, в радиусе 100 километров, скажем так. И, конечно же, когда был у нас зимний поход, мы мечтали уже о летнем нашем более серьезном походе, потому что это будет более серьезное испытание. Снег, бури мы прошли, но это была земля, а на воде все-таки несколько сложнее, потому что тут, ну, вода ошибок не прощает. Как... Закаляться, да? Закаляет. И потом вот владыка говорил, что об активных христианах: здесь это не увеселительная прогулка, это не паломническая такая поездка для любопытных. Это действительно по зову души, по зову сердца. Это люди добровольно, как мне видится, обрекают себя на ряд каких-то лишений и преодоление каких-то трудностей, а укрощая плоть, укрепляешь дух. Ну, в принципе, это как паломнический путь, да, когда паломник, ну, по крайней мере, часто, может, конечно, в других условиях поездки совершаются, но все равно, когда какие-то лишения терпишь, да, вот в случае с летним переходом, в итоге, чтобы попасть на Валаам. И именно вот хотя бы малую-малую толику почувствовать то, что испытывали преподобные, совершая вот такие духовные подвиги. Ведь даже от Валаама до Иркутска, от Иркутска и до Алеутских островов у меня до сих пор в голове не укладывается, но это только с Божьей помощью такое возможно. В наш 21 век у нас возможности гораздо более такие комфортные, скажем так. До Каменногорска мы едем на автобусе, потом на катамараны и больше 100 километров по реке Воксе сплавляемся. И не знаем, там будет интернет, не будем, где, какие стоянки, какая погода, дождь ли. Элементарно вопрос я батюшке задал, говорю: батюшка, все-таки 2 недели, а с хлебом-то как мы? Раньше, ты, говорю, сухарик, вот принято решение, сейчас сушим сухари, потому что катамаран, ну, грузоподъемность ограниченная тоже, то есть с собой самое необходимое. То есть чувствуется у вас уже опыт продумать такие моменты, да, важные? Дело в том, что очень большая ответственность, потому что с нами идут дети, а мы за них в ответе.
Да, на самом деле, как-то всегда больше переживаешь, и понятно, что ответить за себя, пусть мы, как и говорили, даже 16 лет, это все равно еще дети, за которых несут ответственность взрослые. Мы сегодня, дорогие друзья, вот так погружаемся в разные... Да, в полевые условия, можно сказать, и говорим мы, конечно, о преподобном Германе Аляскинском, которому посвящен весь год в Рязанской области, и как раз вот этот переход от Кадама до Валаама. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, впереди у нас новости, и затем будем возвращаться к нашему разговору и, конечно, послушаем еще музыкальные позже композиции в исполнении Андрея Петровича Крючкова. В кадьяке старица Раиса святого Германа молила. Не ради праздного круиза, чтоб земли Кадама узрила, чтобы в конце пути земного туда летела, словно птица, увидеть родину святого и в древнем храме помолиться. Молитвы старицы услышав, Раисе Герман путь управил. В ее душе, как голос свыше, неизгладимый след оставил. Пусть долго жизнь ее продлится, а если Богом призовется, она как ангел, а не птица, душою в небо вознесется. Пусть долго жизнь ее продлится, если Богом призовется, она как ангел, а не птица, душою в небо вознесется. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новый день. Программа «Новый день» продолжается. Только что вы слышали замечательную песню в исполнении Андрея Петровича Крючкова, поэта, композитора, исполнителя, сопредседателя Рязанского отделения Всемирного Русского Народного Собора и заместителя председателя Межрегионального Союза Патриотических Объединений «Небесный Купол». Еще раз доброе утро. Доброе утро. Вот такая многогранная личность у нас сегодня на эфире. И продолжаем мы разговор в целом, если говорить, посвященный преподобному Герману Аляскинскому. И первый вопрос будет связан в данном выходе, конечно, с этой песней и с ее главной героиней. Что за старица Раиса, которая так вот сподобилась совершить непростое паломническое путешествие? Но все-таки главный герой здесь преподобный Герман Аляскинский. Да. Ну, по крайней мере, по названию песни. Ну да, не один век прошел с тех пор, как преподобный Герман стал святителем Русской Америки. А духовная связь Аляски и России до сих пор продолжается, и в Кадьяке, на острове Кадьяк, у нас очень много друзей, и там очень почитаем преподобный Герман Аляскинский, и одно из чудес, что вот такое расстояние, как птица, старица Раиса, она просто жаждала увидеть родину преподобного Германа. И когда делегация с Кадьяка была в Кадаме, она была самым
возрастным, таким умудренных опытом. Какой возраст был? Ну, уже под 90. Да, вот такой вот путешествие. То есть вера не знает возраста и границ. И мне было приятно, я не мог не откликнуться на просьбу, когда общался с друзьями с Кадьяка, они сказали, у Раисы нашей день рождения, Андрей, не могли бы ей песню написать? Ну, как я мог отказать? Конечно же, написалась эта песня. Вообще, пути Господни неисповедимы. И каким-то образом обо мне не только на Кадьяке узнали вот, по России, как-то открывается Андрей Крючков из Подольска. Татьяна Шемякина присылает мне свои стихи. Андрей, вот я слышала ваши песни, может быть, получилось бы написать музыку. Ну, стихи немножко пришлось там доработать, но в результате 4 песни на стихи Татьяны Шемякиной написалось. Просто наш поход будет под покровом не только преподобного Германа Аляскинского, но мы молим и Матерь Божью, нашу заступницу во всех делах наших. И песня, которую я написал на стихи Татьяны Шемякиной, я назвал «Молитва Богородицы». Ну что же, давайте ее тоже послушаем в эфире епархиального радио «Логос Рязань». Прими, Господь, молитву за детей, наполнивших сердца свои страстями. Будь милостив, помилуй и спаси. Они, мой Отче, не спасутся сами. Господи Боже Иисусе, помилуй, помилуй детей. Я сердцем молю, не словами, душою скорбящей моей. Спаси для небесного царства заблудших твоих сыновей. Дай время им, они поймут, что зря расходовали время на пустое, и будут жить они благодаря за странствие короткое земное. Господи Боже Иисусе, помилуй, помилуй детей. Я сердцем молю, не словами, душою скорбящей. Спаси для небесного царства заблудших твоих сыновей. Молю тебя, Спаситель, помоги им обрести терпение и смирение. Господи Боже Иисусе, помилуй, помилуй детей. Я сердцем молю, не словами, душою скорбящей моей. Спаси для небесного царства заблудших твоих.
очередную композицию Андрея Петровича Крючкова мы могли сейчас услышать, дорогие друзья. Называется она «Молитва за детей». Молитва к Богородице часто у нас обращена как раз за наших детей, потому что сама она родила сына всех Бога и знает, наверное, чаяние всех родителей. И также такая, наверное, особенная молитва будет за детей и участников, взрослых участников похода по стопам Германа Алясткинского, который пройдет вот буквально через несколько дней, он начнется, и до начала августа будет проходить 2 недели, и много очень подростков, 16-летних подростков, но еще детей для взрослых людей будут в нем участвовать. Поэтому, наверное, Андрей Петрович вот об этом говорил, когда говорил об ответственности, да, и в том числе молитвенной ответственности. Молитвенной ответственности, потому что ответственности я вижу не только, чтобы там без травм, увечий, чтобы, ну... Никаких-то ЧП не было, да? Никаких-то, не только в физическом плане, но мы ответственны и в духовном наполнении этого перехода, этого похода. Потому что это одна из главных составляющих. Андрей Петрович, а вот вы сами что от этого похода ожидаете? Может быть, какой-то очередной творческий импульс будет наверняка, да? Я, может быть, опережаю события. Я надеюсь, конечно, те красоты, которые я по интернету посмотрел, места, которые мы будем проходить вот от Каменогорска до Лосева. Удивительные места, река Вуокса. Я уже от тех предвкушений, да? Открою тайну. У меня написалась песня по Воксе, по реке. Я надеюсь, что премьера будет у костра на первой стоянке. Вот. И я думаю, это нашей такой походной песней будет. Вообще очень часто, да, какая-то, если тематический поход, то может иногда и зарождается в самом походе, а иногда вот как в данном случае будет уже заранее готовая песня. Совершенно согласен с вами, потому что ряд песен у меня написалось после нашего зимнего лыжного комбинированного похода. Вот в предвкушении сплава написалась песня по Воксе, по реке, но я думаю, может быть, сердцем зачерпну еще каких-то песен или стихов. Появится еще больше песен. Потому что я никогда не был на Валааме. Вот это очередной для меня, не знаю, Божий подарок. И опять же, благодаря преподобному Алясткинскому. Напомним нашим радиослушателям и зрителям, что будет совершаться переход от Кадама до Валаама, посвященный памяти преподобного Германа Алясткинского. Не так давно в Рязани была конференция, где обсуждалась программа этого перехода. Если быть точными, то маршрут Кадам Саров-Валаам. Переход начнется 18 июля, завершится 2 августа. Около 30 человек будут принимать в нем участие. Конечно, вот уже в состав тех людей, которые на катамаранах поплывут, попасть, я так понимаю, нельзя, да, уже укомплектовано. Но зато будет ехать еще автобус отдельно, то есть не будет вот такого водной части пути, и все заметки, путевые фотографии и видеоматериалы будут участники по возможности пересылать в рязанские СМИ, так что хотя бы дистанционно мы тоже сможем. Может быть, и песни новые пришлют. Да, после путешествовать новые песни будем ждать, а пока у нас есть уже песня из тех, что была написана ранее, которую как раз Андрей Петрович говорил, и напомним в завершении, кто у нас сегодня был во втором части. Да, у нас во втором части был сопредседатель Рязанского отделения Всемирного Русского Народного Собора, также сопредседатель, собственно, Межрегионального союза патриотических объединений «Небесный купол» и поэт, композитор, прозаик, драматург Андрей Петрович Крючков. Андрей Петрович, большое спасибо. Приходите к нам уже после похода, расскажите о своих, собственно, ощущениях. И новые песни. Я песню не расскажу. А сейчас премьера песни, которая буквально вот 3 дня назад написалась. Ну что же, отправляемся по Вуоксе, по реке. Германам святым, по маршрутам непростым, по святым его стопам держим путь на Валаам. По Воксе, по реке, мы с тобою налегке, далеко оставив дом, словно облако плывем.
надувной катамаран, словно через океан, к валам у нас несет, где святитель Герман ждет. По Воксе, по реке мы с тобою налегке, далеко оставив дом, словно облако плывем. Нам пока что не видна хмурой Ладоги волна, но в обители святой мы согреемся душой. А пока что налегке по Воксе, по реке, далеко оставив дом, словно облако плывем. Мы с тобою налегке по Воксе, по реке, далеко оставив дом, словно облако плывем.